Добро пожаловать на канал Hartersat Info. Передо мной находится устройство Oppo Reno 7 Lite 5G. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве сделать сброс DRM лицензий. Для этого мы переходим в настройки. Далее проходим вниз, выбираем пароль и безопасность. Нажимаем безопасность системы и здесь проходим вниз. Нажимаем на хранилище учетных данных. Здесь у нас есть все наши доверенные сертификаты, системные, пользовательские. И теперь, если мы хотим все это сделать, сбросить, нажимаем «Удалить все пользовательские сертификаты», нажимаем «Ок» и подтверждаем свое действие паролем. Вот и все. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.